В городе продолжается месячник чистоты, объявленный мэром Улан-Удэ с 24 марта. На этот раз, вооружившись метлами и граблями, к уборке городской территории приступили сотрудники администрации Октябрьского района. Они наводили порядок в сквере на бульваре Карла Маркса. Говорят, чтобы поддерживать чистоту в столице, нужно начинать с себя. Жить в чистом городе и ходить по чистым улицам – это же прекрасно же, да? И я так считаю, что надо порядок поддерживать, ну и не бросать, где попало, мусор. Посмотришь, вот бывают очень грязные места, и если каждый начнет себя доносить мусор до мусорных баков, до урн, тогда, возможно, таких мероприятий будет меньше, город будет чище. В месячнике чистоты участвуют не только работники органов власти города и республики, но и представители предприятий и организаций, школьники и студенты. Всего в мероприятиях у нас участвует более 400 организаций, дислоцированных на территории Октябрьского района. Все они будут убираться. Сегодня эти субботники, эти акты, эти десанты – это способ объединения людей, это способ делать общее дело, понимать, что да, вот сегодня мы сделали краши на следующий год. В этом году в рамках месячника Комитет городского хозяйства запустил эстафету среди организаций и предприятий по уборке территорий. Ее символом стала метла, которую назвали «коммунальная стрела». Администрация Октябрьского района города Улан-Удэ передает эстафету «Чистый город» Комитету по архитектуре и градостроительству мэрии города Улан-Удэ. Комитет по архитектуре города Улан-Удэ принимает эстафету месячника «Чистый город». Завершится месячник чистоты в Улан-Удэ 22 апреля общегородским субботником. Базарев Жаргал Цвендашиев, новости дня.